Вчерась чуть не попала я на бабки. На почту, слышь, за пензией пошла. Иду домой, в подъезде слышу: «Бабка, стой, старая, гони сюда бабла!» Ой, милая, и чё я тут испытала? Прям крупная дрожь с макушки до пят. Какой такой испуг? Я ж не бывала в подъезде с пареньком лет 50. За миг вся жизнь мелькнула пред глазами, все шалости припомнились вдруг. А паренек шуршит по мне руками, карманы ищет. Я как задеру свою кофтенку, чистая натура для модного этюда в стиле ню. Помочь болезному хотела я, как дура. Я пензию-то на груди храню. Аж до сих пор не въеду, чё случилось. Какой-то слабонервный был пацан. Один разок к нему я прислонилась, а он, чудак, молчит, как партизан. Да пятится. Я говорю: «Родимой, бери, не бойся». Ентот нумизмат вниз через 5 ступенек. Проходимец. Видать, без опыта попался. Дилетант.